Поставь лайк за 2 секунды, если ты хоть раз играл в игрушку Schoolboy Runaway. Считаю. Раз, два. Всем привет, ребята. Меня зовут Алексис, и у нас сегодня крутейшая подборка. 3 серии Schoolboy Runaway и 3 серии 5 ночей с Тимоха. Поэтому усаживайтесь поудобнее, а начинаем мы с первой игрушки. Кузбасс Schoolboy Home Runaway. Это очень классная, ребятки, игра. Давай-ка я вам... Нет, почти приехали уже. Я не буду скипать, я хочу, чтобы жаль, вы... Жаль, что вы не успели все познакомиться это увидели. Со своей бабушкой, пока она еще была жива. Ребятки. Теперь нужно хотя бы попрощаться с ней. К сожалению, у них бабушка умерла. Я познакомлю Аришу со своей бабушкой. Они подружатся. Тьф, да, это, конечно, ужас. Ну вот и приехали. Все на выход. Эта девчонка собирается познакомить свою куклу с мертвой бабушкой. Ребят, представляете? Так, ладно, выходим. Мы играем с тобой за этого паренька. Так, смотри-ка. Все за мной. Идем за нашим отцом. Мы, ну точнее бабушка, проживает в... Вот в этом вот доме. Жесть. Вы только посмотрите, какой он ужасный. Страшный дом. Давай, заходить сюда. Ребят, я не знаю, как мне лучше играть. Славик, подними ключ. Он должен быть под ковриком. Ну да, вот ключ. Я не знаю, ребятки, как нам лучше играть. Может быть, одну игрушку с Кузбой? Я занимаю кровать. Я понимаю, что ты здесь вырос. А другую как-то не по себе. Тимоха? Не тревожься. Так, что, блин? О, жесть. Мы домой поедем. Жесть, бабуля лежит, смотри-ка. Мы должны ночевать в одной квартире с покойницей. Фу, ребят, извините, конечно, но сегодняшняя серия, походу, будет немножечко страшная. И, кстати, если ты не испугался, то поставь лайк. Привет, сеструшка. Она играется. Это будет моя комната, да? Давай-ка я прилягу. Все, мы легли. Засыпаем. Все, я уснул. Братик, проснись! Братик, проснись. Так, нас позвала сестричка. Ну, идем ее поищем. Ой, как ты интересно придумала? Так... Блин, тут... Не разбуди родителей. О, жесть. Ребят, у меня прям мурашки по коже. А где бабушка? О, Славик, привет. А мы с бабушкой играем. Хочешь с нами? Ничего себе. Аня, что ты здесь делаешь? Бабушка же умерла. Нет, она живая. Вот же она стоит. О, жесть, ребята. А? Вот это, конечно, сон. О, кажется, это был просто сон. Это был кошмарный сон, я бы даже так сказал. Странно. Аня что, уже проснулась? Серьезно? Так, нужно ее найти, ребят. Смотри-ка, бабули уже нету. Жесть. Так, родители. О, блин! Проснулся наконец-то. А что, она реально живая? Вы же умерли. Бабушка у тебя, конечно, пожилая уже. Но еще не настолько, чтобы помирить совсем. Куда вы дели мою сестру? Ты как с бабушкой разговариваешь? Какая еще сестра? Иди лучше мусор выброси, пока я тебя не наказал. Жесть. Так. Ладно, ребят, пойдем. Так, сюда, наверное, да? Это просто кошмар какой-то. Так, выходим из подъезда. Кстати, какая-то ночь уже наступает. Ребят, еще немножечко, я будем открывать другую игрушку. Ну, мусор сюда нам нужно выбросить. И кукла, смотри-ка. Это же кукла Анюты. Что она здесь делает? Здесь происходит что-то странное. Это нужно да. Скорее найти сестру. Я с тобой полностью согласен. Здесь можно выбросить мусор. Так, все. О, это что за чувак? Привет. Эй, подойди-ка. Привет, это же вы приехали вчера вечером. Ну да. Да. А что? Что? Да, старуха в квартире не твоя бабушка. Пойдем со мной, я тебе все расскажу. Там происходит что-то странное. Но почему ты не можешь рассказать все здесь? Здесь оставаться опасно. Эта ведьма может появиться в любой момент. Ребят, это ведьма, ладно, оказывается. Показывай дорогу. Короче, мы обязательно еще поиграем в эту игрушку, но, ребятушки, в другой раз. Давайте-ка поиграем что-то менее страшное. Schoolboy Runaway Escape. Ребятки, добавили новый акт «Деревня». Давайте-ка мы в нее поиграем. Это же был всего лишь безобидный пранк. Вау. Глупый подросток. Серьезно? Где я нахожусь?
Ребят, я хочу вам сказать, что я впервые буду играть... Так. Вот, в этот вот режим. Я так понимаю, что мне нужно найти какой-то ключ, либо вот эту штуку, может быть. Да, мы сейчас откроем это все дело. Так, выбираем и... Нужно срочно сбежать отсюда. Ну, может, я смогу выбраться наружу, отпилив это окно? Но как? Наверное, найти пилку нужно, да? А, тут еще какая-то дверь есть, смотри-ка, оказывается. Хорошо. Блин, ящик закрыт. Ящик закрыт. Возможно, в ящике лежит ножовка, с помощью которой я смогу отпилить окно. Только вот ключ, скорее всего, у этого деда. У какого деда? Ой, мелкого барабрая. Нужно вернуться обратно. Так, а как? Как? Так, быстрее. Все. Сидим здесь. К нам идет дед. Корм мы, кстати, еще какой-то взяли. Даже не думай о спасении. Тебе тут еще долго сидеть. Как же мне выманить этого рыбака, чтобы обыскать его комнату? Даже не знаю. Так, он выходит. Так, это его комната, типа, или что? Ну, тут вообще много, если честно, дверей. Так, эта дверь заперта. Тут ванная. Но нам нужно как-то его выманить. А может быть, здесь что-то нужно включить? Кран, допустим, открыть? Нет. Ребят, если вы уже играли в эту игру, напишите мне в комментариях, пожалуйста, какую-то подсказочку. Как мне здесь пройти? Ой. Блин, он меня поймал. Я думал, можно как-то аккуратненько возле него пройти. После тех страшных 5 5 ночей с Тимоха, вторая часть. Ребят, давай-ка мы я посмотрим. Я приехал к дедушке в деревню. Угу. Посмотрим вступительное видео. Но дедушки почему-то я здесь не обнаружил. Почему-то? Но, зато я обнаружил телефонный звонок. Окей. Давай. Наверное, дедушка мне оставил какое-то послание. Наверное. Рыжочек, мне удалось сбежать. Я уже еду за тобой к тебе в деревню. Быстренько открывай ротик. Смотри, какой вкусный пирожок. Что? Что? Что это было? Вот черт, времени совсем мало. Нужно быстро расставить камеры и подготовить компьютер. Так, наступает ночь. Подвал. А где подвал? Курчики и водичка. А где подвал? Нужно поить Тимоху. А, вот. Курчиками травить, чтобы он срался в туалете. В общем, вот такие вот дела. А, и не забывай печь пирожки в моей деревенской печке. Я тебе так приготовил полено. Огурчики. Сколько петров нарубил. Ну все, внучек, пока. Так, нам я нужна водичка и огурчики. Можно тебе прийти на помощь. Все, целую. Хорошо, целую, дед. Так, а как мне взять огурчики, ребят? Как здесь огурчики взять? Смотри-ка. Я не могу их взять или что? Смотри, воду я могу взять, а огурцы я не могу взять. Может быть, мне для этого что-то нужно, для того, чтобы взять огурцы? Так, печка, дрова, колоть дрова, и можно еще посмотреть по камерам. Так, давай попробуем найти Тимоху. Где они находятся вообще? О! О, ребятки! Смотри-ка! Ха-ха-ха, походу... Ха-ха, мы, походу, ему огурчика дали. Я единственное не понимаю, как здесь брать огурцы. Ой, да ладно. У нас все дрова сгорели? Здесь как-то очень... Очень быстро они портятся. Так, останавливаем, давай. Так, нам нужны пирожки. Печь. Давай-ка мы... А вот, печем пирожки. Нам нужно покормить Тимоху, потому что он очень голоден. Того кормить, того поить. А огурчики нам нужны для того, чтобы они... как там сказали, 100 лет они выходили, да?
Ну, как-то он очень долго их замешивает. Ребят, хотели бы вы еще такую вот подборочку? Чтобы я еще какую-то серию сыграл, где мы играем с вами в Тимоха и Schoolboy Runaway. Ну, либо какая-то своя подборка, можете написать в комментариях. Так, нужны дрова. Так, нужно смазать петли на камере 9, да? Давай попробуем. Так, поджигаем. Так, камера 9. Смазать петли. А как это сделать? Нам нужно как-то выйти отсюда или что? Ребят. Так, нужно смазать петли. Блин, пришел Тимоха. Ребят, я забыл, что его нужно было кормить. Ребят, мы проиграли. Schoolboy Runaway Escape. Так. Так-ка, сразу включим комп, пусть загружается. Так, это максимальная яркость, да? Да, здесь просто темно на улице. Кстати, ребятушки, напишите в комментариях, какой пин-код вот здесь нужно ввести, чтобы там что-то отключить. Так, идем, подзвоним. Иду, иду! Но! Тоже! Так... Так, Андрев, так, 2012, так, это, стоп, Андрев, 2012, а что, это неверный пароль? Да, ребят, напишите в комментариях верный пароль. Погоди, Андрев, 2002, может? Может, 02? Так. О! Кто включил панель управления? В смысле? Она откуда узнала? А как она поняла? А как выключить? Ребят, а как она поняла, что я включил комп? Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Это вообще реально? Так, это не глюк? Как она поняла, что... А, панель управления. Все, я понял, ребята. Не нужно было ее включать. Я же вначале просто включил панель управления. Так. Какой лентяй. Кстати, игрушечка обновилась. Она, по-моему, раньше так не говорила. Интересно, есть такие ребята, которые полностью прошли эту игру? Вот у тебя получается. Давай пивом за учебник! Хорошо, не злись. Только не злись, пожалуйста. Так, игрушка нам рекламирует Metal Horror Escape, но я уже ее скачал, эту игрушечку, и... Иногда я в нее играю. Так. Ладно, идем к бате. Сидя, то идем к бате, заберем ключ. Тут мне подписчики, кстати, еще писали, что у бати есть в комнате компьютер. А где батин комп? Так, да вроде бы нету. Так, тут заперто. Тут у нас что-то есть. Давайте-ка мы это все просто... О, смотри-ка. Ну и! А можно как-то, ребятушки... А, ребят, какой здесь пазл нужно вести? Чтобы открыть сейф. Так, я знаю, что здесь есть ключ. Так, это лучше закрыть, чтобы батя нас не увидел. Так. Все. Так, свет обязательно нужно вырубить. И прячемся. Не, в комнату можно не возвращаться, можно просто... Можно просто аккуратненько пересидеть. Да нет, никого здесь не было, бать. Возвращайся. Наверное, почудилось. Наверное. Вроде не заметили. Наверное, почудилось. Так, где ключ? Темно, ничего не видно. Берем ключик и аккуратненько отсюда уходим. Так, а где батин комп вообще, ребят? Возле бати нужно тоже аккуратно ходить. Если мы ему свет включим? А ну стоять! Так, так, наверное, нельзя было делать, да? Сейчас ты у меня попался! Ребят, какие же злые у него родители. Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Ага, уже. Я сейчас просто возьму и открою другую игрушку. Понял, злюка? Палкой бы его, ребятушки, по спине. Пять ночей с Тимоха. Это у нас третья часть. Ребят, мы можем с вами скипнуть вот это вот видео. Так, это получается... От этих чуваков мне нужно убегать, да? А нет, вот от вот этих вот мне нужно убегать, я понял.
Смотри-ка, мы играем с тобой, получается, за вот этих вот двоих пареньков, ну, либо там, да-да-да, за двоих, за одного мы там ходим охотимся, а за другого мы готовим еду. Так, давай-ка я вот это вот скипну сейчас, это, в принципе, неинтересно, я думаю, что вы уже многие это видели. Так, мы скипаем, все, делаем погромче. Там звонит телефон. Алло, мой дружок, это дед. Здорово, дед. Я занимаюсь ремонтом вертолета. Тебе нужно лепить пирожки, кормить Тимоху, отбиваться на Тимохе у дверей, заваривать чай, чаем по гигиену, отбиваться чаем от гены. Также тебе нужно в срочном порядке открывать генератор. Берем еще наши булочки, они уже приготовились. Будешь убивать себе коней, расстреливать толпу Тимох. Ну все, пока-пока, удачи. Угу, в принципе, все понятно. Так, забираем чай. Давай-ка мы тогда с тобой заправим генераторы. Кстати, это у нас, ребятушки, сейчас ночью. Давай посмотрим, что у нас здесь в камерах есть. Так, о! Давай-ка покормим их. Эй! А как их кормить-то? А, вот, кормить и поить. Все, есть, довольные. Но это, ребятки, очень важно их кормить. Так, бросить пирожки, включить свет. Давай-ка налепим мы еще немножечко больше пирожков. Они прям очень прожорливые, эти вот Тимоха и Гена. Ребят, напишите в комментариях, какая вам игра больше нравится. Schoolboy Run Away или же Тимоха? Так, хорошо. Берем пирожки, чтобы они не сгорели. И сейчас берем еще чайник. И мы должны, ребятушки, с вами отправиться на охоту, я так понимаю. Так, все, забираем чайник. Так. Ну, они, кстати, очень быстро проголодались снова. Где они? Играть за малого. Так, ребят, дайте-ка я немножко потише сделаю, потому что YouTube мне... А, блин! YouTube это не понравится. Так, вернуться. Так, ребятки, нужно смотреть, где эти чуваки, потому что я помню, я когда-то вот играл вот эту вот игрушечку, и я сразу проиграл после того, как пострелял этих чувачков, потому что они ко мне пришли. Стоп, они могут уже сюда прийти. Они могут уже быть где-то здесь. Ладно, давай мы забросим еще тогда пирожочков немножечко, чтобы они успели приготовиться. И можно сделать еще чаек. Погоди-ка, генератор очень громко работает. Так, кипятим чаек. 3 часа ночи уже, ребят. Они где-то уже скоро придут. Их нужно покормить, они уже очень голодны. Давай посмотрим, где они находятся. Так. Чайник уже выкипает. Ну ладно. Слышу, слышу. Так. Все. В принципе, ребятки, мы с тобой даже неплохо продержались. Смотри-ка, 3 часа ночи. 5 ночей с Тимоха, часть первая. Алло, алло, дружочек, это папа. Прости, мы с мамой задерживаемся на даче. Роза, Лиза и малыш... в гостях у Тимохи. Угу. Они должны все вместе прийти сегодня. Подожди там их, пожалуйста. И еще, мамочка там намесила тесто из 5 вкуснейших пирожков для нашего гостя. Все, пока-пока, до связи. Понял. Единственное, что очень долго они лепят эти пирожки. Ну, смотри-ка, вот в третьей части все очень быстро происходит. Во второй чуть-чуть медленнее, но в первой части прям очень все медленно происходит. Ну ладно, пусть. Давай мы уже их долепим. Так, 9, 10 и еще 2. 11 и последний пирожочек. Готово. Дальше нам нужно поставить это в печь. О, какая печь яркая. Все, и они запекаются. Так, пока они запекаются, мы можем с тобой... Так... А, мы можем еще дверь закрывать, оказывается. Ничего себе. Давай-ка на всякий случай мы закроем двери. Все. Кстати, наверное, что, ребятушки, свет нужно иногда выключать, потому что у нас вот расход, видишь, расход энергии.
Так, пирожки приготовились. Давай-ка мы их заберем, чтобы они не сгорели. Так, и можно посмотреть по камерам. Так, страшно вырубай. Угу. Такие, такие стрёмные игрушки, если честно. Опа, Тимоха. Все, мы его покормили. Это какая музычка забавная играет. Он что, к нам идет? Это Тимоха. Мы находимся вот здесь вот. Вот я вот здесь, вот в этой вот комнате. Так, давай еще посмотрим, что здесь можно еще сделать. Так, ну, дверь заперты. Можно просто печь и смотреть по камерам, да? Что, снова лепить? О, ну это, ребят, реально очень долго. Давай-ка, а можно как-то... А, можно даже один пирожок поставить, готовиться. Серьезно? Прикольно, я не знал. Я думал, что именно нужно все. Так, где там наш Тимоха? Где он лазает? О! Так, дружочек, открой пирожочек. Если ты дашь слово, что никому не скажешь, я куплю. Смотри, какой вкусный пирожок. Ребят, он к нам идет. Смотри-ка. Сейчас, наверное, сюда зайдет, да? Камера четвертая, пятая. Где-то уже к нам должен подойти. У нас двери заперты, да? Да, у нас, ребятушки, двери заперты. Мы его вряд ли сюда пропустим. Так, забираем еще один пирожочек. Затем посмотрим, где он находится. О! Так, все, мы его покормили. Но он вот в третьей комнате где-то вот бегает. Ребят, да ладно. А как он ко мне пришел, если у меня двери были заперты? Да, ребят, сегодняшняя подборочка была, конечно, такая жесткая. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если да, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис. Я желаю всем удачи и увидимся в следующем видосике.